А у нас, друзья, подошел уже четвертый бой. Весовая категория 66 килограмма. Приглашается в синий угол октагона представитель Казахстана Сардарбек Анарбаев. Приглашается в красный угол октагона представитель Кыргызстана Таштанбек Токтоголоу-Улу. Итак, дамы и господа, представляем вашему вниманию четвертый бой сегодняшнего вечера. Весовая категория 66 килограмма. Справа от меня находится воспитанник бойцовского клуба «Айколь», представитель Казахстана. Ему 31 год, вес 67,8 килограмма. Призер чемпионата Москвы по К1-2015. Встречайте, Анарбаев Сардарбек! Сегодняшний его оппонент, бойцовский клуб «Акбарс», Республика Кыргызстан. 22 года, весовая категория 68,5 килограмма. Мастер спорта по боевому самбо. Встречайте, Токтоголот Улу Таштанбек! Рефери в октагоне Илья Волков. Напоминаю правила. Запрещены любые удары в затылок, позвоночный столб, в пах. Запрещено хватать клетку и экипировку. Колени в голову работают только в стойке. Внимательно слушаем моей команды. Пожали руки по углам.
Оттяните удар, локтем!
5 метров. Оттянись и локтем. Вот, красавчики. Вырвись и локтем. Санда. Оттянись назад и локоть вперед, давай, пройдем. Вот. Вытяни голову. Сага. Ой, голову вытяни, оттянись и удар локтем. Ты прилип, не оттяни. Стой, там бит, там стой. Туда, там стой, там стой. Голову оторви, оттянись и локоть в суль, ну! Не липни к нему! Итак, пожалуйста, представитель синего угла Сардарбека Анарбаева, подойдите к главному судье. Let's go.
Любовь.
Итак, дамы и господа, по истечению всех трех раундов по 5 минут, единогласным решением судей победа присуждается Токтоболот Улу Таштанбе! Господин Левон, пожалуйста, фото, да. Всем салам алейкум. Те, кто меня поддерживал, всем спасибо. Своим одноклубникам, который со мной спарринговал и со мной каждый день боролся. Им спасибо, это у них работа. Еще самое главное, каждый день мне мотивацию дал. Вот пацан здесь стоит мой самый лучший друг. Ибрагим, тебе большое спасибо, брат. Это твоя тоже работа. Каждый день ты звонил, каждый день мы с пустого сказал, победить надо. Вот я выиграл. Единственный главный сейчас за меня переживает, дома сидят. Это моя любимая мама. Мам, я вас очень сильно люблю. Алхамдулла, я выиграл. Вы мой рай, мама. Очень сильно люблю. И последнее слово. Айкуль ФС организацию Куанышбеке сізге болды. Чоң рахмат. Ашанчы, Мирайчы, Нурс Бегас. Барымына большой. Чоң рахмат, айтам дұрысы. Самый главный здесь важный человек сізге. Это мой тренер, Мама Шарипов, Жолдыбай. Давай, куда я буду сюда, Джеймс Кетинтевич? Докажу я. До этого я проиграл, но я остановился. Остальное все хорошо будет. Алхамдулилля. Всем спасибо. Ахбас, Кыргызстан. Победа. Поздравляю.